Инспекторы ГИБДД в эти выходные будут ловить нетрезвых водителей. Патрули будут работать на самых оживленных дорогах Первоуральска, а также на въездах в город. Во время таких рейдов, как правило, останавливают для проверки каждый автомобиль. Рейд будут проводить каждый вечер с 10 по 12 июля. При этом обращать внимание будут не только на нетрезвых водителей, но и на другие нарушения. Отсутствие детских кресел, непристегнутые ремни безопасности, тонировку стекол. Около месяца назад во время аналогичного рейда удалось поймать 6 человек, севших за руль в состоянии опьянения. Напомню, за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав, а также штраф 30 тысяч рублей. Если водителя поймали пьяным за рулем повторно, его привлекут к уголовной ответственности.